Сразу трое рыбаков из Коми считаются на сегодня пропавшими без вести. Их поисками занимаются экстренные службы. По полученным данным, один из них, 54-летний местный житель, пропал в районе Дарус-участка в Сыктывкаре. Спасателям удалось обнаружить его надувную лодку, которая находилась на береговой линии. Еще двое пропали в Прилузском районе. Мужчины направились к реке Луза близ населенного пункта Гари. Известно, что они должны были вернуться домой еще 17 апреля. Сейчас на южных реках регистрируются массовые промоины из-за окраины. В ближайшую неделю ждается начало ледохода.